Мое почтение, дорогие зрители и подписчики, вы на канале Best Video Games, с вами Headcrab, и мы продолжаем наше магическое приключение в игре Majesty. Так, посмотрим, что мы уже выполнили. Повыполняли мы тут уже пару-тройку квестов, северных даже. Крепость Иксвилла, восстановление города, да. Вот я и смотрю, да, есть еще одна миссия опытного. Нашествие крысов. Да, мерзкие существа с катапультами. Давайте попробуем выполнить эту миссию. Мой повелитель, крысы с каждым днем становятся все наглее. Они покидают сточные трубы и творят бесчинство в отношении ваших подданных. До нас дошли сведения о том, почему грызуны так активизировались в последнее время. Оказывается, недавно у них появился новый лидер, харизматичный и агрессивный. Он призывает сородичей напасть на нас и покорить Орданию. Необходимо подготовиться к массированному наступлению крыс. Как только они атакуют, мы должны немедленно уничтожить их правителя. Без него у них все равно ничего не выйдет. Ну, конечно, захватить Орданию. Мы этого, конечно же, не допустим. Посмотрим, какие ограничения. Очистите ваши владения от крысов, разрушив все сломанные канализационные коллекторы. Крысиный король Роден, начавший ту войну, также не должен уцелеть. Отлично. Цель ясна. Вперед. Так, что нам надо сделать? Что нам надо сделать? Значит, это сразу заказываю. К черту. Пускай убивают. Сразу говно это. Дальше. Сразу же попробуем эльфов поставить. Мой король, теперь наш рынок приносит больше дохода. Эльфы. Для меня эти. Большое счастье служит именем короля. Жаль, что нельзя. Эльфы желают стать вашими верными подданными. Это хорошо. Эльфы, это хорошо. Блин, и уже первый рейнджер сдох. Отлично. Просто замечательно, что они быстро начали нападать. Мой король, теперь наш рынок приносит больше дохода. Сборщик налога, я стал сильнее. Я присоединяюсь к диким духам. Сборщик налога. Может, эльфы хоть начнут нормально отстреливать этих крысенышей? Попробовать. Все варианты. Ваше Величество, новое здание построено. Мой лорд, строение усовершенствовано. Я стал сильнее. Присоединяется к диким духам. Считайте золото уже у меня в кошельке. Именем короля! Освежает. Готов помочь вам. Так. Считайте, золото уже у меня в кошельке. Я вот думаю, что лучше. Освежает. Вот этих что ли построить? Неплохо было бы. Освежает. Ваше Величество, считайте, новое здание построено. Ух, золото есть. Для меня Ваше Величество, большое счастье. Наш замок в осаде. Наш замок в осаде. Золото уже у меня в кошельке. Это плохо. Еще неизвестно, победим ли мы. Убегай, 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 дружище. Хорошо, что он быстрый. Тут эльф. Освежает. Мой король, теперь наш рынок приносит больше дохода. Я стал сильнее. Так, вот этот храм хочу поставить где-то тут, вот тут. Отлично. К диким так к диким. Готов помочь вам. Освежает. Я присоединяюсь. Так. Давайте, ребята, живите. Чё вы, блин, на самом деле? Живите и развивайтесь. Я стал сильнее. Незваный гость. Ваше Величество, наш замок в осаде. Сборщик налога.
Я стал сильнее. Именем короля! Я присоединяюсь к диким духам. Я Блин. Стал сильнее. Развалили хоть эту штуку. Вот это надо построить, пацаны. О, все, пошло нашествие. Козлин. Там строят, а тут не строят. Почему? Ребята, надо построить. Противник слишком силен. Притом очень быстро. Мой лорд, строение усовершенствовано. Понятно, что усовершенствовано. Мой лорд, строение усовершенствовано. Противник слишком силен. Не зря сходил. Именем короля! Не зря сходил. Так, ну, блин, пацаны, достройте. Блин, реально сейчас развалит этот храм. Фу, блин. Угоните. Считайте, золото уже у меня в кошельке. Блин, не дает достроить. Хитрый крысеныш, скотина. Попался. Считайте золото уже у меня в кошельке. Не, все. И тут развалят. Незваный гость. Считайте золото уже у меня в кошельке. Развалил. Я стал сильнее. А награда вроде ништяк. Так, достроить. Пускай эти хотя бы это сначала достроят. Еще неизвестно, победим ли мы. Сборщик налогов. Что там эльфы качаются? Вот это надо уничтожить, какого черта она появилась. Незваный гость. Освежая. Противник слишком силен. Бегай, бегай. Блин, это нашествие крысёнышей, меня это бесит. Их очень много. А награда вроде ништяк. Противник слишком силён. А награда вроде ништяк. Так, я переживаю за этот храм, и за это я за все переживаю. Именем короля. Я за все, за все и за всех переживаю. Блин, надо было это все разрушить к черту. Чтобы мы эти, блин, чинить не ходили хрен знает куда. Вот что они делают? Они валят просто. Еще золото. Сборщик налогов. Освежает. Еще неизвестно, победим ли мы. Награда вроде ништяк. Блин, как они меня бесят. Все, текаем отсюда. Тик, вот эти крысеныши, сволочи. Я, видимо, не там просто строю, где надо. Они валят все постоянно. Черт, побери. Именем короля. Ой, еще что-то лезет, да. Новое здание построено. Опасность. Рынок еще развалите, да? Вообще замечательно будет. Именем короля. Считайте золото уже у меня в кошельке. Сборщик налогов. Смерть. Это так скучно. Сборщик налогов. Там уже кто-то сдох. А награда вроде ништяк. Тебе не видать моего золота. Ваше Величество, еще неизвестно, победим. Не успел. А
награда вроде ништяк. Все, не зря текаем сходил. Отсюда. Да не задолбали уже все. Именем короля. Не зря сходи. Все валит к черту. Именем короля. Присоединяюсь к диким духам. Освежает. Так, ну сейчас я паладинов, короче, наклепаю. Посмотрим этих крысёныши. Что они будут делать? Не зря сходить. Тупо, блин, развалили мне тут половину. О, еще пришло. Шобла. Ваше Величество, наш замок в осаде. Именем короля. Да, спасибо, что предупредил. Так, мне нужен рынок. Я стал сильнее. Я вижу зло. Именем короля. Все сложно, да, там? Я стал сильнее. Не зря сходил. Блин, те эльфы сдыхают тоже. Ваше Величество, новое здание построено. Слава Даурасу! Незваный гость! Именем короля! Я стал сильнее. Да, все, деньги ограничены очень сильно, кстати. Слава Даурасу! Очень-очень. Именем короля! Я так покупать вальяж уже ничего не смогу. По-быстрому. Теперь наш рынок приносит больше дохода. Я стал сильнее. Да, а что тут с этими героями качнулись? 4-3. Так себе. Паладины тоже еще не успели нормально качнуться. Просто не успели. Я боюсь, что паладинов не хватит, их мало для этой миссии, чтобы отбиваться от этих полчищ козлов. Эльфа было бы неплохо, но у них, блин, эльфов всего два можно нанимать, это просто мелочь такая, немеренная мелочь. Для меня большое счастье. Противник слишком силен. Я думаю, нужно гильдию зелий на себе построить. Блин, попробовать через зелье еще сыграть. Вы что тут все разрушаете? Я вижу зло. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Освежает. Я вижу зло. Блин, с этой стороны тоже вылазят, и не знаю, наше что величество, делать. Наш замок в осаде. Только героями можно укрепляться. Именем короля. Освежаю. По-другому даже никак не получится. Так, зелье, лавка зелий. Тут поставим. Для меня большое счастье служить вам. Я вижу зло. Освежает. Заурас тебя пощадил. Пока. Именем короля. Я стал сильнее. Именем короля. Я вижу зло. Не зря сходи. Именем короля. Пока что. О, вылезла опять шобла. Блин. Ваше Величество, новое здание построено. Блин, эти крысы реально напрягают. Давайте, паладинчики, делайте что-то.
На вас всю надежду. Бальзам, это чтобы они огнем стреляли. И скорость тоже там им сделаю потом. Я вижу зло. В лавке зели теперь предлагается больше товаров, ваше величество. Наш замок в осаде. Блин, очень быстро дохнут эти упыри. Очень. Я вижу это зло. Очень плохо. Кисели теперь предлагается больше товаров, ваше величество. И рейнджер долго не живут, хотя рейнджеры лучше всего отбиваются, по большому счету. Дать бы им выжить хорошенько и прокачаться нормально, то они там могут наделать делов еще тех очень успешных. Так, убейте эту крысу. Так, паладинчики качаются, это замечательно. Не зря сходи. Именем короля! Опасность. Так, кого бы еще нанять? Слава Таурасу! Тут нужно тоже перед этим что-то построить посерьезней. Ваше величество, наш замок в осаде. Типа гильдии воинов, да. Для охранять, чтобы было. Мой лорд, строение усовершенствовано. Я стал сильнее. Так, давайте, паладинчики. Делайте дело. Именем короля. Делайте дело, гуляйте смело. Королевская казна почти пуста. Да, зелье надо еще апгрейд сделать небольшой. Да, тут рулят быстро герои. Вот реально, только по-быстрому можно отбиваться от них. По-другому я даже не представляю, как. Я вижу. 1200 нужно для апгрейда. 1200 есть. Даю 1200, пускай будет. Королевская казна почти пуста. Так, чё тут как сонные мухи? Вперед. Так. Как у тебя тут дела? Хорошо, пока что все. О, купили зелье ускорения, отлично. Прямо радует глаз. Мой лорд, строение усовершенствовано. И эти ребята тоже хорошие. Главное им дать раскачаться. О, зато эти мрут как мыши. Восстановление. Исцеляю героя на время. Отлично. Тут что у нас? Пятый, четвертый. Для меня большое. Во имя света! Давайте, ребята, мы сможем. Слава Даурасу! Так, я думаю, мне стоит построить еще одно здание для паладинов. 1600, не так уж много. В лавке зелий теперь предлагается больше товаров, ваше величество. И поставить где-то безопасное место. Я думаю, где-то тут. Поставить? Да. 1600. Давайте еще немножко, отлично. Должны успеть построить, ребятки. Строим, строим. Это надо уничтожать все к чертовой бабушке. О, появились еще одни катапульты. Черт. Я вижу, считайте золото уже у меня в кошельке. Так, что тут, все нормально у тебя? Именем короля. Ваше
16 уровень, уже огненные стрелы. Замечательно просто. Это что такое? Ненадолго значительно увеличивает силу героя. Это хорошо, хорошее тоже умение. Противник слишком силен. Я вижу зло. Во имя света. Хорош. Давайте, ребятки, поджигайте эту катапульту. Ой-ой-ой, тут проблемы. Убить, 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 убить. В лавке сели, теперь предлагается больше товаров, ваше величество. Это тоже как-то обезопасить, черт побери. Исполняю волю его величества. Сборщик налогов. Считайте золото уже у меня в кошельке. Так, а чё это, кто-то сдох, что ли? Как бы это обезопасить тут? Надо поставить какие-то оборонительные здания. Так, тут вроде паладин защитит то здание. Рейнджеры хорошие такие, ребята. Подольше, чтобы они у меня качались, было бы вообще замечательно. И замок надо апнуть не столько из-за того, что нужен ап, из-за того, чтобы он был, короче, с хпшечкой максимальной. Но это после паладинов уже я сделаю. Докуплю паладинов. Так, так и хочется, блин, базарный день устроить. Так, паладинчики, вперед. Воу. Так, ребята, надо быстро, быстро. Ваше величество, наш замок в осаде. Так, похоже, тут кто-то из рейнджеров останется. Очень много катапульт. Очень опасно. Че, со всех сторон, что ли, напали? Почти. Почти со всех. Так, кто, да, убили все-таки седьмого уровня? Его величества. Именем короля. Я вижу зло. Так, надо Даурос пополнять. Тебя пощадил. Пока что. Давайте, ребята, отбивайтесь, отбивайтесь. Ну еще вон такая куча пришла. Незваный гость. Какашек. Ваше величество, наш замок в осаде. Неизвестно, успеют ли подчинить. Может, призвать их тут? Именем короля. Да, надо призвать. Призвать, иначе они раскромсают там все. Так, хоть уберегу. Вот этому, блин, сейчас убьют ее. Не знаю, как ее еще. Эх, не успел. Ваше величество, наш замок в осаде. Противник слишком силен. Я вижу зло. Блин, да что ж такое? Ребят, уже развалили этих. Черт. Блин, таких проблем не было даже, когда драконами нападали. И тут развалили. И замок развалит сейчас. Так, ваше нет, так не пойдет. Все потеряно, кроме чести. Да ты что? Так, загружаемся, загружаемся. Сейчас надо попробовать ваше все-таки. Ваше величество, королевская казна почти пуста. Как-то превозмочь их. Для меня большое счастье служить вам. Превозмочь, а как мне нужны, да, 600 караулков построю. Именем короля. Возможно, караулка поможет. Именем короля. Мой лорд, строение усовершенствовано. Противник слишком силен. Так.
Вот караулка. Тут. Я вижу зло. Одна. Во имя света. Я стал сильнее. Противник слишком силен. Тут вторую надо посадить, третью. А как по-другому? По-другому никак. Я вижу слишком силен. Это надо разрушить вовремя. Ваше Величество, новое здание построим. Короля. Освежи званый гость. Противник слишком силен. Готов помочь вам. Именем короля. Противник слишком силен. Ваше Величество, мы усовершенствовали караул. Во имя света. Я вижу. Именем короля. 500 надо. Считайте золото уже у меня в кошельке. Вот так вот. Строение усовершенствовано. Отлично. Как денег мало-то, это ужас. Ладно, придется уже такие налоги снимать. Прямо и такие снимать придется. Ваше Величество, мы усовершенствовали караулку. Именем короля. Так, что тут еще можно настроить? Как можно больше зданий, чтобы они, если будут рушить их, чтобы это у них заняло какое-то время. Я вижу зло. Но денег не густо пока что. Зелье ускорения. Именем короля. Блин, не буду тратить пока что на это. Кузницу. Кузницу тут поставлю на растерзание. Именем короля. Так. Как-то надо будет выбраться из этой ситуации дурацкой. Так, тут есть таверна, кстати. Таверна хороша для того, что если кто-то замочит какое-то строение, то таверна примет на какое-то время моих героев. На какое-то время примет. Во имя света. Так, тут тоже надо, чтобы успели построить это здание. Сторожевую башню. Ваше Величество, новое здание построено. Ваше Величество, наш замок в осаде. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Почти пуста королевская казна. Слишком силен. Незваный гость. Тут сейчас не достроят, еще это будет обидно. Ребята, давайте быстренько разберитесь. Ваше Величество, местный кузнец предлагает новый узел. Короля! Для меня большое счастье служит. Отлично. Ой, начинается. Плохие бойцы. Начинается. О-о-о. Сколько их вылезло-то. Ого. Надо вот этих еще шаманов как-то усмирять. Ваше Величество, местный кузнец предлагает новые услуги. Считайте золото уже у меня в кошельке. Ваше Величество, наш замок в осаде. Да, замок в осаде. Незваный гость. Противник слишком силен. Замок в осаде, противник слишком силен. Это ужасно звучит. Незваный гость. Не зря сходил. Да, это даже не построится. Во имя света. Уже разрушено. Так, с этой стороны лезут тоже поганцы. Поганцы. Блин, этих уже замучили некоторых. Черт побери. Так, держитесь, ребята, держитесь. Паладины. В атаку. Так, больше героев надо наклепать, как можно больше. Именем короля. Во имя света.
Так, тут еще лезут. Тут паладины, это хорошо. Не зря сходил. Для меня большое счастье служит. Так, давайте пополняем постоянно. Постоянно надо пополнять. Чем больше героев, тем больше защиты. Так, вроде как отбились, да? Надо будет после каждой волны сохраняться. Потому что каждая волна следующая, это как рулетка какая-то. Ой, 2% осталось, живи. Живи, родная. Выжила. Так, я вижу, лучники вообще классно, незаменимые они. Надо еще их наклепать. Побольше. Кольцо защиты для продажи героям использованных. Ага, есть. Надо изучить. Давайте изучим. Кольцо защиты. Они начнут покупать, и денежка появится еще. Надеюсь. Так, тут надо еще, наверное, построить сторожевую башенку. И надо апгрейднуть еще кузницу. Обязательно. Мой король, теперь наш рынок приносит больше дохода. Так, все, отбились, давайте сохранимся. Это какой у нас 18-й день? 18-й день, и мы до сих пор живы. Это что-то тогда значит. Уж поверьте. Так, это разрушать никто не собирается пока. Еле отмахиваемся, черт побери. Сколько же тут канализация этих дурацких. Ваше величество, королевская казна. О, пошло опять. Блин, только отбился, опять пошло. Только-только отбился. От этого мракобесия. Снова пошли. Мой лорд, строение усовершенствовано. Так, и тут можно, в принципе, да, чуть апнуть. Замок. Да, отсюда тоже идут. Давайте на этих передовых сразу назначим награду. И с этой стороны, если кто-то тоже придет, надо сразу награду давать. Ваше Величество, местный кузнец предлагает новые услуги. Мой лорд, строение усовершенствовано. Шаманы эти же что-то делают. Вот что это значит такое, вот какая-то болезнь, наверное, моих, медлительность. Ослабевает они. Ой-ой-ой. Пацаны, давайте отбивайте это. Ого. С этой стороны прям... Сейчас еще могут развалить козлы. Исполняю волю его величества. Храм Агнеллы нужно тоже построить обязательно. Так, давайте, пацаны, давайте. Отмахивайте этих всех козлов. Лучники хороши. Прям лучники рвут на мясо врагов. Главное, чтобы они выживали. Так, где? Давайте еще гильдию построим одну. Еще одну гильдию построим. Для меня большое счастье. Сборщик налогов. Так, и можно корольную башню уже опять строить. Они опять подешевели, после того, как их разрушили. Подешевели. Местный кузнец предлагает новые услуги. Именем короля! О, что это тут? Крыска какая-то взяла, блин, и разрушила. Охренеть, блин. О, вот это вот говно убейте, пожалуйста. Охренеть. Все, появляются новые крысы, блин, нет от них никакого спасения, черт побери. Готов помочь вам. Во имя света!
Так, а где ж поставить-то? Ваше Величество, мы усовершенствовали караулку. Так, еще один караул устроите, ребятки. Еще один нужен. Так, кстати, надо сохраниться. Это опять было нападение, 21 день. Ой-ой-ой, одного все-таки кто-то прибил. Черт. Я даже не заметил. Интересно, где? Кто? Кто умудрился, черт побери? Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Мой лорд, строение усовершенствовано. Ой, хорош. Ваше Величество, новое здание построено. Хорош. Именем короля. Я вижу зло. Ваше Величество, мы усовершенствовали караулку. Ваше Величество, мы усовершенствовали караулку. Просто замечательно, что вы это сделали. Так, тут вроде есть живые, нормальные. Тут такие мой себе. Лорд, ух ты. Строение усовершенствовано. Минотавр. Давно не видел этих тварей. Стой! Давненько. Противник слишком силен. Во имя света. Да, напряжно эти крысеныши. Триста после этой гильдии. В следующем опять, наверное, эльфов возьму. Эльфы мне нравятся поболее. Ваше Величество, мы усовершенствовали караул. Блин, опять там замочили, черт побери, воришку кого-то. А, вот почему. Черт побери. Вот куда он пошел. Ну хорошо, что он там разрушил. Хоть воришка туда полез, в принципе. И сделал то, чего никто не хотел делать. 1300 надо. Вот сюда поставим. Только надо, чтобы успели построить, черт побери. Фу, что-то появилось. Неприятное. Для меня большое счастье. Хорошие стрелы у него. Эти огненные. Прям раз, два, три, убил тролля целого. Так, думаю, стоит обгорячивать чуть-чуть. Эти зелья, они что-то допомогают. И эту бы еще успеть нормально обгрейднуть. Да, сейчас как раз и обгрейдну. Ваше Величество, новое здание построено. Отлично. В лавке зелий теперь предлагается больше товаров. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ваше Величество, наш замок Всё. В осаде. Это уже последняя волна. Надо очень быстро убивать вот эти штуки. Очень-очень быстро. Разрушать их. Я стал сильнее. Все, втекаем отсюда. Мой лорд. Так, вот там убили, да. А вот этот король. Считайте, дурацкий. Золото уже у меня в кошельке. Противник слишком силен. Так, ребята, давайте, давайте. Давайте живее все делайте. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Так, сюда нападайте. Ребятки. Считайте золото уже у меня в кошельке. Ваше Величество, наш замок в осаде. Считайте золото уже у меня в кошельке. Блин, разрушают все подряд.
Сволочь, это тоже уже не выживет. Именем короля! Во имя света! Для меня большое счастье служит. Так, напали на короля этого. Так, давайте, тут вроде отмахали, да? Да. Во имя света! Исполняю волю его величества! Именем короля! Слишком силен. Так, надо убивать это все. Золото уже у меня в кошельке. К черту. Ваше величество, я же сам от посади. Ух ты, двух монахов. Да, двух монахов уложил этот король. Надо паладина, чтобы на него загрелись. Тяжелые испытания закаляют характер. Блин, как быстро они дохнут. Считайте золото уже у меня в кошельке. Так, хорош, хорош. Эту хрень надо уничтожить. Так, не зря я, наверное, эту штучку построил. Она сейчас как раз перехватила этих героев хороших. Ваше величество, наш замок в осаде. Давайте этого упыря мучите. Считайте золото. Так, тут вроде нормально. Ух ты! Неужели замочили одного уже? Да. Так, я думаю, все удастся. Да, замочили. Сейчас еще закончу с этими остальными крысёнышами, и все будет окей. Так, ну базарные дни сейчас просто необходимы для меня. Паладины все-таки молодцы. Просто молодчинки. Да и вообще все молодцы, я считаю. Победа была непростой. Но все-таки мы это сделали. Считайте, золото уже у меня в кошельке. Все развалили, что ли? Мы одержали победу, ваше величество. Аллилуйя, братья и сестры. Крысиный король Роден мертв. И его трусливые подданные вновь разбежались по сточным трубам. Теперь они не скоро решатся покинуть укрытие и вновь атаковать нас. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Да, это что думаю, посмотрим по статистике. Нанято 60, убито 43, черт побери, в живых 15 осталось. Средний уровень 7, уровень опасности 116, да, это тут колоссальный был уровень опасности. Вообще никогда такого не было. Просто мои строения чудом как-то еще выстаивали. Да, мы это сделали. Ой, я вдруг решил продолжить. Зачем? Зачем продолжать? Главное меню. На сегодня все, думаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео. С вами был HeadCrab. Пока-пока. До новых встреч, друзья.